Основной задачей территориального общественного самоуправления является благоустройство места проживания и развитие инфраструктуры. Для этой цели ТОС вправе создавать объекты коммунально-бытового и социально-культурного назначения. ТОС разрабатывает проекты планов и программы развития соответствующей территории. Поэтому накануне состоявшейся встречи представители ТОСа «Пятый квартал» совместно с Андреем Шубиным осмотрели дорогу, пешеходный переход, оценили состояние дренажной системы и проверили освещение в пятом микрорайоне. После чего на совещании администрация пообещала ТОСу помочь со всей необходимой документацией для реализации значимых для них проектов. У управленцев большие планы. Например, ремонт дорожного полотна и пешеходных дорожек, установка детских площадок и многое другое. Давайте будем определяться с вашими приоритетами. Как вот вы скажете, так, соответственно, и будет. Моя задача только подсказать, направить и помочь мне. Но, как известно, большие проекты начинаются с малого. Поэтому на встрече присутствующие приняли решение начать благоустройство территории с пешеходной дорожки. На 100 метров пешеходки необходимо выделить 280 тысяч рублей. Вся необходимая документация по данному проекту будет подготовлена и направлена в столицу для окончательного утверждения. В настоящее время представители ТОСа должны подготовить смету будущей пешеходной дорожки и выбрать подрядную организацию. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.